57 частей прохождения мы с вами накатали, проходя игру Rock of Ages на 100%. И сегодня финальная 58-я часть, в которой мы пройдем последний режим «Спуск валуна», который является тренировочным. Разрушь так много целей, как сможешь, и прыгни в самый выгодный умножитель очков в конце трассы. В общем, все понятно и все очень просто, друзья. Так что давайте просто это сделаем. И будет еще одна игра добавлена в копилку пройденных на 100% на Virtuosilla Game World. Ну а вообще, на канале уже очень много игр вас ждет. И после просмотра этого видео отправляйтесь в плейлисты, выбирайте что-то себе по душе, по сердцу, по вкусу, по интересам. И наслаждайтесь самыми полными прохождениями, потому что игры надо проходить только на 100%. В противном случае за них лучше даже не садиться. Так, в общем, разрушили, и теперь нам главное нормально прыгнуть, не очень надо ускоряться, и вот так вот попасть в умножитель на 6. В этом режиме есть только одно достижение, оно как раз и выдается, то, что мы попадаем в самый выгодный умножитель, то есть на 6. Да, много мольбертов предстоит разломать с нарисованными мишенями. Как-то вообще неудобно поставили. Интересно, хватит этой скорости, чтобы до шестерки допрыгнуть? Давайте попробуем. Ух, даже более чем. Какой-то вид как будто отдалился. Да? Поменялась камера? Или мне кажется? Давайте в эту шестерку попробуем влететь. Отлично. Итого 28 тысяч мы получили. Даже здесь нигде этот результат не отображается. Мы пойдем на фермопилы. По поводу возможного вопроса сразу выскажусь насчет прохождения Rock of Ages 2. Будет ли оно? Я думаю, что скорее всего только под заказ, друзья, потому что сейчас и так много игр заказано на канале, и я занимаюсь тем, чтобы сделать их в 100% формате. Если я сделаю эти заказы, и потом никто ничего заказывать не будет, что, конечно, очень вряд ли, потому что уже сейчас там множество желающих, и мне некоторым приходится отказывать, пока я не закончу те игры, которые уже делаются. Но если такое время настанет, тогда, возможно, я самостоятельно за вторую часть возьмусь. Не то, что мне не интересно, мне наоборот интересно, но
времени всего лишь 24 часа в сутках. Мне это очень не нравится. Оп-оп-оп-оп, ну давай, долетим. Ну. Ладно, еще побыточка. Вот, а игр на 100% еще сотни, если не тысячи, нужно пройти. Красивое солнце здесь. Солнце. Фермопил. Да что ж такое, опять чуть-чуть не рассчитал. Но в мелкий умножитель я прыгать не буду. Лучше еще подавим ребятишек. За них тоже дается там по 10 очков. Причем за объекты не дается, но за людей дается. Такая вот особенность в этом режиме. Непонятно почему. Стоп. Вот так. 10-ку взяли. Да, друзья, кстати, вы, если не добавились еще в друзья в социальных сетях и в стиме, добавляйтесь. Контакты под видео. Я с радостью вас приму и смогу с вами обсуждать любые игры. Да, третий раз, когда катишься, то как какой-то вид отдаленный. И камень, похоже, меньше. И рисунок на камне другой становится. В общем, есть свои особенности. Дайте-ка у вас до круглого числа добьем. Так, аккуратно. Раз, два, вот так. Чтоб 1500 было. Далековато. Но зато посмотрите, куда мы залетели. Тут нам еще не доводилось бывать. Какая-то катапульта, с которой можно стрелять в режиме война. Ой-ой-ой-ой-ой. Жалко. Нарушили круглое число. Ну, может, еще исправим. Так, с такого разгона можем не долететь. Нормально. И 29580 получилось на фермопилах Валахия. Как интересно, на тех картах, где есть срезки, будут вести нас мишени по срезкам или нет. Но вот тут они вылетают на следующий. Катаюсь по этим местам и вспоминаю, как мы проходили режим история. Мне, конечно, он понравился. Почему-то захотелось еще в режиме история поездить. Сделаю для вас эту часть и схожу поезжу.
пожалуйста, оставьте свои комментарии, что вам понравилось в этой игре, что нет, какой режим больше всего вам пришелся по вкусу, почему. Ну и вообще интересно будет ваш вердикт услышать про Rock of Ages. Я думаю, что 7 из 10 я бы поставил игре. Для вечернего фана, не напрягающего, снятия усталости и получения хорошего настроения игра замечательная. И мне понравился еще режим мультиплеера здесь. Если, например, играть с друзьями в режиме война, то вот там, где ты играешь не с искусственным интеллектом, и всегда по-разному проходят эти войны, это интересно. Видим, количество этих целей может варьироваться, не всегда оно фиксированное на каждом из заездов. Прям между деревьев понаставляли. Шарик, значит, это был не баг, это предусмотрено так, что на третьем заезде он уменьшается. Помните уровень, в котором нужно просто спускаться вниз? Эл Акуила. Интересно, как они там будут расставлены, эти мишени. На скорости будем их сносить. Они, кстати, недалеко. Там Франкская империя, там. Потом там, где был этот Платон и Аристотель. И потом должен быть он. Не перелетать. О, как интересно. Так, катился. Красиво, что тут сразу виден замок. Так, прям со старта такая картина открывается. Красивая. Вообще мне, да, игра понравилась, саундтрек хороший и физика правильная для такой игры. Я уже отмечал это, когда прошел режим история, но повторюсь. И она реиграбельная, то есть у нее, я вот заходил несколько раз еще в режим гонка на время. Интересно посидеть, там побороться за лучший результат, это вообще не напрягает, а именно есть интерес к этому.
Оп. Ну, если вот так, да, допрыгали. Забавно. Интересно, оно всегда под одинаковым углом стоит. Это финальное табло. Так его назову. Потому что я в прошлый раз не мог так допрыгать, меня вниз сносило, а здесь получилось. Может, просто разгон был какой-то взят. Ну, как поросенка зарезали. Ты ведь не поросенок. Сейчас количество, я так понимаю, этих целей совпало. Давайте в ту попробуем. Да, тут какой-то, наверное, все-таки другой угол. Думали, я проеду мимо? Нет. Иногда, когда кажется, что нас что-то плохое миновало, то оно просто ходит рядом и ждет удачного момента, чтобы нас накрыть. Но нельзя расслаблять булки, ребят. В жизни. Вообще никогда. Хорошо, что у меня реальной жизни минимум. Пару часов, наверное, в день. На основные потребности человека. А так я все время в виртуальной реальности, но тем не менее, даже иногда за эти пару часов может что-то происходить. Так. Что-то я как-то не возлюбил франков, надо от них отстать. Я бы добавил в игру общую статистику по разрушенным объектам, по количеству задавленных людей, ну и всех там каких-то показателей, которые в игре у нас во время прохождения формируются. Это было бы интересно в конце посмотреть уже такой финальный результат. Так, ну а теперь в шестерочку. Да, точно здесь угол меньше. И вот мы получили с вами 30 тысяч. Так, артерия. Ну давайте, да, по артерии прокатимся. Я что-то забыл про нее. Вообще, конечно, можно было как-то еще этот режим, чтобы вас чисто разнообразить, что-то сюда подправлять, а то он начинает так немножко доставать. Очень однотипно, никаких достижений, ничего. Можно срезать? Ой, ой, да я хотел просто посмотреть. Видимо, я ничего не упустил. Я оттуда не видел там мольбертов. Сейчас выгляну отсюда. Ну да, там ничего нет. Так, а уровни урезанные получаются? Кому это интересно? Это что за уродство? Кто поурезал уровни? Это что за версии такие? У меня была первая видеокарта GeForce 440 MX. Это как раз была урезанная версия. Так вот, это что за версии, MX-версии уровней, я не понял. Тут можно в уголочке вот так вот забиться и все.
и пролежать тут целую вечность. Доска прогниет быстрее, чем камень от дождей и времени. Да что ты, куда тебя прет? Не вздумай даже. Тогда посмотреть на урезанные версии уровней будет немного интересно все-таки. Я думал, они будут полные. Взяли вену и перерезали. Вообще нехорошо резать вены, друзья. Не занимайтесь таким никогда. Давайте раз все-таки здесь скатимся. Ребят, раз уж я к вам заехал, прошу любить и жаловать. Если вы мне блинов не наделали к моему приходу, ну придется вас раскатать блинами. Не оставаться же без блинов в самом деле. Это все, да. Снова у нас получилось 1670, забавно. Такой же результат. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! 10-20. Так, ну, здесь нет ничего, да? Когда будем срезать, там прям обилие. Кто аплодирует? Я никого не вижу поблизости. Что-то в этот раз как-то мало. Точно ничего не пропустил? Ну, вроде все. Все сделали. Так, а теперь Трента. Вот эти уровни мне нравятся. Наверное, из эпох больше всего. Трента, Рим, Эл Акуила. В общем, вот этой эпохи. Так, так. Ближе. Вроде бы стоят на равных. Так, ну этот не урезан вроде. По-дурацкому, когда их на одном уровне ставят. Нету 1670, довольно распространенный результат в нашем с вами прохождении. Этот спотыкач сделали специально. Можно без спотыкачей. Вот так. Когда
прыжка бьешь именно в саму цель, то объект как-то проще разрушается, так, чем когда снизу по дереву бьешь. Или это просто кажется. Нужно было сделать здесь за попадание камнем именно в мишень, а не в сам объект, вот так, чтобы больше давалось очков. Так, опять первую мы случайно проехали, но тут же вернулись за ней. Женщина с мужским голосом. Ну, такое бывает, да. Сделать, не? Еще одна же, тут какие-то женщины с мужскими голосами в этом месте. Так, аккуратно, чтобы нам не пришлось разгоняться опять вот так. И вот эта карта, которая меня интересовала теперь. Эвакуила. Я, кстати, видите, поменял Сизифа на козла, потому что играл в режиме онлайн, и такой персонаж больше бесит оппонента, когда он ему проигрывает. Козлом начинают обзывать там разные. Так, ну то, что тут не сделали на разных уровнях, а точнее сделали то, что есть на одном уровне, это вообще плохо. Разгоняться пока сильно, а потом возвращаться тяжело будет. Интересно, как они сократят уровень Ларошель такой длинный. Ты не вздумай! О! Я тебе дам. Да, куда тебя? А я хоть отсюда смогу выехать? Ха, горшки побил. Эх, синевата какая расплескалась по пространству. Ну что с тобой сегодня не так, а? Наконец-то. Ну так круто расставлять, когда не на одном уровне летишь, сносишь. Так, ну а здесь надо тормозить.
посмотреть, где да, поблизости будут. Этот уровень настолько классный, что на нем даже этот режим проходить интересно. Давай, давай, ползи. По полторухе два раза взяли. Наверное, вы больше нигде не сможете посмотреть прохождение этого режима полностью. Ну, а Virtuosilla Game World, друзья, каждая игра, я повторюсь, каждая, только на 100%. Три полторашки. Шикарно. Так, теперь у нас Рим. Тут уровень такой многоходовочный. Как тут расставят эти мишени. Это интересно. Так, а его чё? Тоже подсократили, нет? Ну тут они по всему уровню. Ладно, тогда придется. Обо что я спотыкнулся. Придется поездить по нескольким путям. Давайте пока по этому проедем. Падать не надо, падать. Надо горшки бить, не падая. Прятали его за колоннами. Да что ж такое? Так, теперь вернемся. Пушку убрали. Никакой дискотеки, даже пушки нету. Вот эти возьмем. Лучше, наверное, подняться туда. Но... хотя я вроде бы больше не вижу там. Давайте вот так. Есть, да, есть. Сначала здесь. Тем направлением не осталось, да? Ну да. Это все. Thank you.
жиденькие такие аплодисменты. Ну, типа так. На троечку. Да что ж такое? В этом уровне интересно тоже играть в режиме война с человеком, не с компьютером. Тут кто первее долетит, тут срезать можно. Ну, в режиме гонка на скорость вы, конечно же, видели, как можно пролетать этот уровень. И когда двое знают это и летят с сумасшедшей скоростью, это круто. Сейчас мы увидели, что текстуры внутри пустые. До этого мы этого не знали, теперь знаем. Так. Затем поехали. Давайте тогда и эти прихватим сразу. Это должно быть самая неинтересная часть более чем 1500 видео, которые есть на канале. Ну, если вы знаете какое-то видео, которое более неинтересное этого на канале, тоже пишите, это интересно, друзья. Ну, конечно же, только истинные геймеры досмотрят ее до конца. А это значит, что что-нибудь крутое здесь точно произойдет. Так всегда и бывает. Так. Туда, да? Домов как-то много обзор нам загораживает. Далее к центру есть. Так, теперь туда. Как-то вас много здесь пляшет. У нас будет 2000 в этот. Это рекорд очков. Так, окей. Нету больше. Идем к финалу. Там нигде не запрятали. Сейчас дома поразбивали. Уже видимость практически полная. Ничего себе, ты разогнался.
дальше. Давайте, там притаилась уже. Ее разрушим, сходим. Можно ввести режим для сетевой игры. Кто первее разрушит все объекты на карте, вот один в одном направлении, другой в другом. Это и учитывая людей, это может быть тоже интересно посоревноваться. Как-то вас тут много, что это я тут редко бывал. Я точно не упустил ничего, как-то мало в этот раз. Да вроде бы все чисто. А, вот там еще. Так, ну теперь вроде все. Последнее тут спрятано в конце. Можно так высоко не прыгать? Вот эти доски в конце тоже можно было сделать разными. По-разному располагать эти лунки. Так, в Париж идем. НЛО. А где мои мольберты? О, наконец. Я так понимаю, они здесь чисто на перилах. Если так, то это удобно. Да, видимо, это так, друзья. Один. И вот эти три, думаю, это последний. Кстати, не только на перилах могут быть. В конце тут и на ступеньках стоят. Томный уровень, этот Париж. Томиться можно. Так.
Вы ломаетесь? Точняк. В этот раз первое далеко. Пропустил тебя. Так, еще одна должна быть. Да, все верно. Нет, 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 я достигну. Я все равно достигну. Давай. Меньше, чем на X6, я не согласен. И в плане этой узы, и в плане автомобиля BMW. Так что, еще раз. Вот так. Анже. Сократили его или нет? Сейчас посмотрим, друзья. Так, а тут что, это наоборот. Там не такое начало было. Вообще другой уровень. Круто. Вот это уже что-то. Это уровни другие. Слушайте, это самый, наверное, короткий уровень сделали. Надо было и в режиме история такие короткие уровни делать, тоже весело было бы. Так, я на всякий случай посмотрю, там не осталось ничего, то... Сильно короткий, правда. Ух ты, а я могу туда просочиться? Слушайте, а давайте посмотрим. И съездить в начало. Тут поставили трибуны. Но, может быть, я там допрыгну. Эх, вряд ли. Ну, давайте разгонимся хоть как-то тут. Дурацкий угол. Ага. Невидимая стена. Будем знать. Так, что тот, кто еще смотрит, теперь знает, что они сделали там невидимую стену. Я говорил, что-то интересное будет. Но это еще не все. Что там? Ребята во весь голос дружно гавкнули.
интересно, что на пятерке там нарисован такой, короче, как будто она значимее, чем шестерка. Вокруг груза эффект. Да тебе повезло первый раз, второй уже так не повезет. Да что ж такое, давай допрыгаем просто туда. И еще, и еще, давай, давай, давай. Ну чуть-чуть, опачки. Так, а у меня запись идет? Это меня сейчас заинтересовало. Идет. Это круто. Так, ну и третий заезд в Анжере. Прям аплодисменты не прекращаются. Тоже тут так аккуратно. Леон. Леон у нас по желобку. Что ж, главное, чтобы они наверху не ставили. Мы прокатимся. Нормальный ход событий. Налепили. Предлагаю челлендж для тех, кто все еще смотрит эту часть. Пройти этот режим так, как я. Собираю все мишени, только играя за куб. Друзья, вы можете сделать и выложить, и оставить ссылку в комментариях. И может быть, я даже вам задоначу за такие труды. Не вздумай, не вздумай. Мне. Я тебя освобожу от этой участи. Жаль, того огромного нельзя сбить парня на небе. Сделали какую-нибудь пасхалку, что можно допрыгнуть до них и сделать им. Четыре или три? Четыре должно быть. Раз, два, три. Серьезно? Ну я не мог пропустить. Даже интересно, друзья. Давайте посмотрю быстро. Не делает. Катайся, не хочу. Ну да, видимо, просто решили на одну меньше сделать. Ну ладно.
то, что ты творишь. Да что ж такое? Давай. Ну что, 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 что тебе надо? Вымотал прям. Все 11. Я не знаю, почему начал только сейчас считать. Все, 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 да. Ох. Дурацкий уровень. До Ла-Рошеля добрались. Длинного. Посмотрим, как он выглядит в этом режиме. Сразу начинаем не сначала, со ступенек. Это круто. Интересно, всегда будут они поверху? Вон там еще одна. Слушайте, ух ты, как спря... Вот это, друзья, уже мне... Как же тогда с вами быть? Так, по горе попробуем сейчас как-то проехать, подпрыгнуть. Давайте пробовать. Так. Подлинненько спрятали. Ну, мы все найдем на 100%. Этот режим уже спина от него затекает. Трудности, через трудности приходится, понимаете, проходить, друзья. Прохождение на 100% это в первую очередь труд. Так,
Интересно, где они в этот раз разместили их. Есть вверху, есть. И внизу есть. Давайте вначале внизу. Вот это уже сейчас было плохо. Ух, и уровень. Он всегда был гадостным, понимаете, во всех режимах. И в этом он оказался самым гадостным, этот Ла-Рошель. Я его ненавижу, друзья. Так, надо как-то по горе забираться. Пробуем так. Только давай без... Да, вот без этого тут чуть-чуть нам оставалось. Раз вот этого А нам и не надо было, так надо бы просто как-то выгадать этот путь. Да может хватит, а? Прошу ж без ура! Вот так все, без А, без ура, пожалуйста. Идиота кусок. Что вас только взяли на мою шею. Не вздумай мне тут вакать только. Ну вот как-то так, друзья, да. Задача не из простых. Давайте его разрушим. Он нам не мешал, чтобы в следующие разы. Вообще не должен был квакать, он квакнул. Так. Что это у нас тут за сооружения такие интересные? Чтоб корабли не могли швартоваться. Не в ту сторону, ты это бабушке будешь рассказывать. Понаставили мишени там, потом мне не в ту сторону пишет. Тут на 100%. Еще вроде, да, должна быть одна. Наверху нет. Внизу. Внизу тоже чисто. Это не мишень, да, это портрет. Пойду прокачусь на всякий случай. Ух ты, вонючка. Ну, чутье просто, понимаете, человека, 100% летсплейщика, оно сильнее оказалось. Так. Куда они их распихают в третий раз? Что тут набито прям в начале? Раз камушек полегче достигать, каких-то мест проще будет.
нету там. Хотите сказать, что это все? Черт с вами. Да ты шо? Вот, вот за это надо x100 давать просто, друзья, когда сюда попадаешь. На море можно посмотреть. Эх, красота-то какая. Далее, а далее ничего нет, друзья. Тут ограниченное количество уровней. Но вот так мы сегодня прошли игру Rock of Ages на 100%. Лишь для того, чтобы освободить место для прохождения других игр на 100%. Обязательно, друзья, смотрите и другие прохождения. И если вы хотите выразить благодарность за это прохождение, то лучшим способом будет это сделать — внести донат по реквизитам в описании. Не следует ошибочно полагать, что это кто-то сделает за вас, а я просто так посмотрю и все окей. Если бы все так думали, друзья, то канал просто бы не существовал. Поэтому спасибо всем, кто поддерживает, пожалуйста, по реквизитам в описании, переходите, вносите донат, и неважно, смотрите вы это видео в день выхода или спустя 10 или 20 лет, прохождение на 100%, они не теряют свою актуальность, так как всегда можно зайти и узнать об игре все. И вы будете узнавать об игре все на этом канале. Каждый день. Каждый день я делаю для вас прохождение, не пропускайте, друзья. Все, спасибо всем, кто был со мной на прохождении игры Rock of Ages. Она добавлена в копилку игр, пройденных на 100%.